Врач-нейроортопед Александр Стеклов уже много лет изготавливает ортопедическую продукцию. Начинал свое дело доктор в 2006 году. Тогда молодой врач детской больницы заметил, что в родном городе почти невозможно найти подходящий голеностопный ортез для разгрузки, фиксации, активизации, коррекции функций сустава. Объединившись с коллегами, ортопед запустил собственное производство, где теперь изготавливают правильные и надежные ортезы. Сейчас продукция ульяновского доктора ничем не уступает зарубежным аналогам и производится почти полностью из российских материалов. На сегодняшний день наши изделия изготавливаются практически на 99% из российских материалов. Абсолютное практически импортозамещение. Мы очень долго искали производителей материалов, которые бы соответствовали по качествам, по характеристикам зарубежным аналогам. И, в принципе, мы в течение нескольких лет это осуществили, нашли. На сегодняшний день у нас поставщики только российские. После нескольких лет совершенствования технологии Александр Стеклов разработал динамический ортез на голеностопный сустав. Производство нового ортеза в ульяновской мастерской запустили в июне этого года. Изготавливают его в несколько этапов. Сначала проводится 3D-сканирование конечности пациента, после чего при помощи компьютерной программы врач моделирует будущий ортез. Далее виртуальный аппарат отправляется на производство, где всего за час создается готовый продукт. Наше изделие позволяет изолированно заблокировать движение в одном суставе и дать возможность двигаться в смежных суставах для того, чтобы не исключить полностью функцию ходьбы. Если в изделиях аналоговых ходьба невозможна, можно только стоять или там сидеть, лежать, то в наших изделиях пациенту не только можно, но и нужно ходить для того, чтобы избежать развития деформаций, осложнений. Вот, тем самым улучшая двигательную функцию, ну и, естественно, психоэмоциональное развитие. Первые в стране. Пока ульяновская мастерская единственная в России, где производятся такие динамические ортезы. На сегодняшний день ортопедическая продукция помогла более 2000 пациентам не только из Ульяновска, но и близлежащих городов. Ортопедия именно такого высокого уровня, современного, с современными материалами, современным подходом у нас в регионе нету, поэтому к нам обращаются именно люди за современными качественными ортезами. И мы перенаправляем их потом уже на изготовление к доктору Стеклову. Поддержать успешно развивающееся производство во время непростой экономической и политической ситуации, когда многие зарубежные бренды ушли из страны, важная задача для правительства региона. Наша задача сегодня, безусловно, помочь предприятию выйти на новые рынки, обеспечить меры поддержки. Действительно, я думаю, не исключаю о том, что и ряд профильных выставочных мероприятий мы должны в план собственный включить, потому что не так много производств этого направления, в котором, еще раз повторюсь, традиционно главенствовали американские, европейские бренды. Да, и, конечно, сейчас при должном внимании поддержки государства мы рассчитываем о том, что это станет одним из национальных лидеров. В планах у ульяновских специалистов поставлять продукцию не только в города России, но и за рубеж, став при этом производственным центром-поставщиком. Алина Тихонова, Александр Кудряшов, Улправда ТВ.